Канцлер Визари одобрила строительство 10 тысяч новых укрепленных постов на границе, разделяющей планету Векта. На следующей неделе начнутся строительные работы на 200-футовой стене, простирающейся на 50 тысяч километров и проходящей через 12 городов и 2 континента, что делает ее самым грандиозным сооружением во всех из 500 известных миров. Пульсар, это 1-8. Мы готовы отбыть через 10. Прием. Принято 1-8. Разведка, вы получили мое последнее сообщение? Я иду к челноку. Где вы находитесь? Мы в пути. Скоро будем на месте.
Зона зачищена, сэр. Контейнер у меня. Возвращаюсь на базу. Конец связи. Всем, кто слышит, тут какая-то инфекция. Сначала вся команда, а потом... Я не думаю, что это случайность. Столько мер предосторожности. Люди умирают. Это нашли на вспомогательном двигателе Кассандры. Это наше судно. Научно-исследовательское. Биотехнологии. Мы пытались связаться. Ничего. Видимо, все мертвы. Что они изучали? Оружие сдерживания. Наш козырь. Если хилгасты приберут его к рукам, их не остановить. Будет не война, а геноцид. В тех данных, что ты достал, были записи сообщений с Кассандры. Шифровка хилгастов. Думаю, что это она их отправляла. Доктор Хиллари Массар, глава проекта. Вероятно, перебежчик. Твоя цель — запустить двигатели и направить корабль на солнце. Чтобы никто не узнал. Когда сделаешь, наши тебя заберут. Мы не просто так держали это в секрете, Лукас. Люди не поймут, вот почему ты пойдешь один. Известно, что там тебя ждет. Будь начеку. Пульсар, это тень 1-8. Вижу корабль. Похоже, системы защиты отключены. Принято. Режь обшивку. Сообщи, как проникнешь внутрь. С-12 приближается к Кассандре. 50 метров. Маршал Тень, готовьтесь к выходу. По моему сигналу. Заряд на месте. С-12 отходит. Удачи, маршал. Начата карантинная процедура. Ожидайте дальнейших инструкций. Лифт не работает. Поищу другой путь. Понял тебя, 1-8. Сбой воздушного шлюза. Нарушена герметичность корпуса. Лицам, находящимся в лабораториях без допуска, будут применены дисциплинарные меры.
Столовая закрыта. Еду и напитки вы можете приобрести в автоматах. Всем командам вернуться на свои станции. Пожарные учения завершены. Сбой воздушного шлюза. Нарушена герметичность корпуса. Шлюз закрыт. Началась процедура выравнивания давления. Процедура завершена. Шлюз закрыт. Началась процедура выравнивания давления. Процедура завершена. Поначалу они на нас даже смотреть не хотели. Обращались с нами как с отбросами. Мы не высовывались и тихо делали свое дело. С одной стороны, виктанцы в какой-то степени зауважали нас за такой подход. Но ты все равно была права, мама. Они никогда не смогут принять нас. Чем усерднее мы работаем, тем больше получаем оскорблений. Начиналось все с безобидных подколок. Потом над нами стали насмехаться открыто. Я с трудом сдерживаю себя. Наверное, совершил ошибку. Пожалуйста, не говори отцу. Я все же надеюсь, что однажды он передумает и перейдет за стену. Несмотря ни на что, здесь жизнь все-таки лучше. С любовью. Всем командам вернуться на свои станции. Пожарные учения завершены. Пожарные учения завершены.
Заражение. Запуск блокировки.
Критическая неисправность реактора. Выполнена процедура отключения. Рекомендуется диагностика 4-го уровня. Конденсаторы отключены. Требуется срочное техобслуживание. Мне приходится работать в две смены, чтобы поддерживать работу реактора. Техники вообще ни хрена не делают. Хилгастов, отвечавших за рутинные операции, больше нет. Никто не знает, куда они делись, и, похоже, они не вернутся. Можешь говорить про хилгов что угодно, но работают они много, не высовываются, не спорят и всегда делают то, что обещали. Невероятно, но я все больше и больше полагаюсь именно на них. Нашим ребятам есть чему у них поучиться. Хватит, Блейк! Твоя смена 10 минут как началась! Ну что, ужинать-то идем? Да, секунду, я своим пишу. Опять ноешь? Им уже, небось, твои письма читать точно. Все разваливается на глазах, чувак. Я должен кому-то поплакаться, а не то с катушек съеду. Хелги стали держаться особняком. Они точно что-то затевают. Говорят, в морге их тела видели. Все сидят как на иголках. Я боюсь за корабль. А я вот боюсь опоздать на ужин. Сегодня будет стейк. Поднимай свою задницу и пошли.
стейка конденсатором. Обороты 50% от номинала. Пульсар, это 1-8. Реактор заработал. Продолжаю. Понял тебя, 1-8. Иди на мостик и задай новый курс. Я хочу, лицам, чтобы... Лицам, находящимся в лаборатории без допуска, будут применены дисциплинарные меры. Корпуса.
Сбой воздушного шлюза. Нарушена герметичность корпуса. Шлюз закрыт. Началась процедура выравнивания давления. Процедура завершена. Сбой воздушного шлюза. Нарушена герметичность корпуса. Всем командам вернуться на свои станции. Пожарные учения завершены. Внимание! Заражение. Запуск блокировки. Столовая закрыта. Еду и напитки вы можете приобрести в автоматах. Всем командам вернуться на свои станции. Пожарные учения завершены. Я так скучаю.
ударю по тебе. Всем находящимся в лаборатории без допуска будут применены дисциплинарные меры. Просто очень хочу обнять тебя. Мы обязательно увидимся. Мы скоро увидимся, малышка. Столовая закрыта. Еду и напитки вы можете приобрести в автоматах. Моя маленькая, я скучаю по тебе. Ты будешь особенной. В тебе уже... К лицам, находящимся в лабораториях без допуска, будут применены дисциплинарные меры. Еду и напитки вы можете приобрести в автоматах. Всем командам вернуться на свои станции. Пожарные учения завершены. Всем командам вернуться на свои станции. Пожарные учения завершены. Еду и напитки вы можете приобрести в автоматах. Всем командам вернуться на свои станции. Тебе ведь пожарные не жить. Учения завершены. Тихо. Открывай. Ну. Давай. Пульсар 1-8. Корабль летит к солнцу. Но я только что видел Массар и кого-то еще в лаборатории. Прием.
Шлюз закрыт. Началась процедура выравнивания давления. Процедура завершена. Испытание 224, серия 6, субъект Хилгаст, мужчина, 33 года, полностью здоров. Вы, вот что вы делаете. Ставите эксперименты? Сволочи. Я все это уничтожу. Не ври мне, ты хочешь замести следы. Вам что, мало было Хилгана? Я больше этого не допущу. Где Массар? Массар ответит за содеянное, как и ваши вожди. Сэр, та хилгастка, на которую меня обменяли, она здесь. Она захватила Массар. Мы еще можем их остановить, только быстрее. Не пропускайте маршрут.